27 лет прошло со времени первого голосования кубанцев за кандидатов в законодательное собрание Краснодарского края. Именно те выборы стали началом современной истории избирательной системы региона. Она по праву считается в нашей стране одной из самых развитых и совершенных. За эти годы в крае прошло множество выборов, и все они были проведены достойно. Можно уверенно сказать, что добились отличного проведения выборов все те, кто задействован в их подготовке, а это большое количество людей, организаций, органов местного самоуправления. Кубанцам и славянцам есть кем и чем гордиться. Об этом говорилось на торжественном мероприятии в актовом зале районной администрации, посвященном Дню избирательной системы Кубани. В адрес всех, кто внес вклад в ее развитие, в этот день прозвучали слова благодарности и поздравления от руководства муниципалитета. Я уверен в том, что каждый из людей, которые участвуют или готовят, или участвуют в избирательном процессе, стремится, чтобы он прошел как можно более организованно, чтобы он прошел с выполнением, наверное, вот главного конституционного права человека, да, избирать и быть избранным. А для этого сколько тратится сил и энергии, знают только те, кто в него погружен. Уважаемые коллеги, это вы. Вот не побоюсь этого слова, каждый из вас профессионал. Избирательный процесс не стоит на месте. Внедряется немало новинок, которые учитывают современные реалии. Это и многодневное, а также электронное голосование, использование новых технологий в ходе выборов. Это и новые партии, и политические фигуры, привлекающие внимание избирателей. Но самое главное, что в организации выборов принимают участие профессиональные и неравнодушные люди. Независимо, где вы работаете, то ли в школе, то ли вы работаете в администрации, то ли в садиках, то ли в клубах и так далее. Вы ведете свою основную работу, но помимо этого занимаетесь еще большой общественной работой, это именно организация и проведение выборов. И вот кажется, недавно я пришел, уже больше 20 лет, а здесь есть председатели комиссии, которые уже отработали по 25, по 30, по 35 лет есть у нас и председатели, и секретари, которые отработали вот в избирательной системе. Я хочу пожелать вам здоровья, терпения, удачи, чтобы вас дома любили, ценили, уважали, поддерживали. Затем состоялась церемония награждения в честь дня празднования избирательной системы Краснодарского края. За успешную работу по подготовке и проведению выборов были отмечены благодарностями и почетными грамотами председатели и секретари участковых избирательных комиссий, начальники общих отделов администрации поселений. Территориальная избирательная комиссия Славянская была награждена за победу в краевом конкурсе. Это первое место в номинации «Лучшая организация работы по обучению организаторов выборов». Представители избирательных комиссий внесли неоценимый вклад в совершенствование избирательной системы, в предоставление жителям возможности свободно и демократично участвовать в выборах любых уровней. Впереди у виновников торжества еще много работы, много новых выборов, и будет сделано все, чтобы встретить их в полной готовности. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».